30 августа в Эквадоре стартовали вторые Всемирные кадетские игры, в которых участвуют курсанты высших учебных заведений из 24 стран мира. Организатором игр выступает Международный совет военного спорта СИЗМ. Борьба проходит в 6 дисциплинах – в легкой атлетике, пулевой стрельбе, плавании, военном пятиборе, спортивном ориентировании и волейболе. На этих играх команда России одна из самых представительных. Ее костяк составляют курсанты Военного института физической культуры из Санкт-Петербурга. Всемирные кадетские игры проводятся раз в 4 года. В этом году соревнования проходят в двух крупнейших городах Эквадора – Кито и Салинасе. К утру 2 сентября наша команда завоевала 16 медалей – 9 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые – и лидирует в общекомандном зачете. А мы тем временем ждем от наших спортсменов новых побед.